Евро-2024. Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией и сыграет с Англией. Сборная Нидерландов вышла в полуфинал Евро-2024, одержав волевую победу над командой Турции со счетом 2-1. Счет в матче на 35-й минуте открыл защитник стамбульского Фенербахче Самет Акайдын. За команду Нидерландов забили защитник чемпиона Италии миланского Интера Стефан де Врей и нападающий английского Ливерпуля Коди Гакпо. В полуфинале голландцы сыграют с командой Англии, которая оказалась сильнее Швейцарии.